Герой нашего следующего сюжета – 17-летний Ника Вишагури из Грузии. Ребенок болен и на протяжении многих лет не мог получить бесплатное лечение в нашей стране. Совсем недавно мечта всей семьи получить гражданство стала явью. Подробности трогательной истории в сюжете Карины Баталовой. Семья Вишагури переехала в Дагестан, в село Кочубе, еще в 2000 году. Спустя время после рождения младшего сына Нико у ребенка диагностировали тяжелую хроническую болезнь почек. Вскоре умер отец. Мать осталась одна с двумя детьми и страшным недугом. Много лет она пыталась получить российское гражданство, чтобы получить возможность бесплатно лечить сына в больницах страны. Но долгое время попытки были тщетны. Сколько вы не могли получить паспорт? Почти 4 года, 5 лет уже надоело. Он сказал, скоро будет. Прошло 1 год, 2. Не так давно Нино пришла на прием в управление по вопросам миграции Дагестана. Учитывая ее особый случай, проблему постарались решить в кратчайшие сроки. Наш будущий патриот родины заболел, значит, согласно закону, 62-го закона о гражданстве. Гражданство мы документы рассматриваем в течение 6 месяцев. С учетом вашего положения, и этот мальчик болеет. Я доложил министру, было принято решение в течение 2 месяцев. Мы все сделали, и сегодня в вот таком обстановке вручаем нашему герою паспорт гражданина Российской Федерации. Поздравляю! Теперь у Нико появилась возможность получить бесплатную медицинскую помощь на территории уже родной страны. В скором будущем мать отправится с сыном на лечение в Москву и, возможно, станет его донором. Карина Баталова, Патимат Кадиева, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Тарумовский район.